Говоря интернет-языком, что-то пошло не так. В самый разгар праздника новенькое покрытие оказалось буквально залито водой. Из-за ЧП матч волейболистов оказался под угрозой срыва. Как тут же заверили чиновники, проблема вовсе взята не с потолка. Якобы причина в конденсате, который скопился из-за большого количества людей в зале. Обещают исправить недоработку. На этом беды волейболистов не закончились. В ответственный момент порвалась сетка. Абсолютно новая, не выдержал трос. На помощь пришли умельцы, благо таких в районе десятки. Привлечением денег федерального, регионального и местного муниципального бюджета мы отремонтировали в Кытмановском районе спортивные залы в селе Дмитротитово, в селе Октябрьском, в селе Семена Красилова. Изначально на этом месте должен был быть детский сад. Лихие 90-е от идеи не оставили следа. В итоге сами жители проголосовали за строительство спортивного объекта, который был включен в губернаторскую программу 80 на 80. Год ожиданий почти 50 миллионов рублей. И вот она, небеспроблемная юность. Как-то привыкли открывать там производственное помещение, там фермы, там мастерские и так далее. А это для нас очень необычно, очень ново. И очень своевременно, будем так говорить. Своевременно не только для нас, для всех жителей, но и для молодежи. Главные хозяева здесь будут футболисты. В небольшом селе бум игры миллионов. Это в городах не бывало ажиотаж. В секциях начался сразу же после домашнего для страны чемпионата мира. В Кытманово во все времена очередь из мальчишек. Чемпионат мира – это просто наверное, какое-то событие для всей страны. Для нас же это, наверное, обычный рядовой день. И мы просто ждали этого праздника. А бума нет, потому что само по себе мальчик в Кытманово, ну это, наверное, каждый второй идет в футбол. Вместе с футболистами зал поделят волейболисты и баскетболисты. Для них тут уложили вот такой паркет. Дощечка к дощечке. Как сказали спортивные функционеры, такому могут позавидовать даже залы в Барнауле. Родители будущих чемпионов, в свою очередь, пообещали сразу же после открытия залить каток неподалеку, чтобы развитие детей получилось в комплексе. Кирилл Политов, Николай Шилко. Наши новости.